А вот подъем на вторую. Очереди Чигета. Первая была с двумя. Вот здесь, собственно, уже высота уже повыше. Вот там видно, уже видно и Эльбрус, он там на горизонте, давно далеко. Вот здесь, собственно, это юга. Здесь, когда зимой, и здесь зимой считаются легкие трассы. Летом тоже тренируются спортсмены перед акклиматизацией перед подъемом, собственно, на Эльбрус. Здесь высота 3,050, вторая верхняя точка подъемника второго. Но в качестве акклиматизации броском это более чем достаточно. Там вот видно обсерватория Чигет. Вернее, обсерватория Терского.